части работы предприятий на следующей неделе. Сегодня департаментом экономики и департаментом сельского хозяйства выпущено распоряжение, которое предписывает перечню предприятий, которые будут работать на следующей неделе. Это все предприятия, производящие продукты питания, а также предприятия, производящие средства индивидуальной защиты. В частности, это материалы для медицинских масок, марля, нетканные материалы. А также перечень швейных предприятий, которые сегодня задействованы в регионе под производство масок. Перечень будет дополняться по заявлениям работодателей с обоснованием причастности их к производству вот таких товаров медицинского назначения. Иные предприятия на усмотрение работодателя могут быть приняты решения о выводе какого-то перечня сотрудников на работу, но здесь вопрос, что последует дальше при жалобах сотрудников проверки трудинспекции по обоснованности вывода таких работников на работу. И, во-вторых, действует ответственность в соответствии с Уголовным кодексом, если такие действия работодателя повлекут распространение коронавирусной инфекции среди членов коллектива, это повлечет уголовную ответственность. Поэтому мы предостерегаем работодателей, которые не входят в те перечни, которые сегодня опубликованы, и не задействованы в производстве вот таких товаров медицинского назначения средств индивидуальной защиты, мы их предостерегаем в выведении трудовых коллективов на работу.